Нормально сыграть. Да, будет, да? Ну, хорошо, хорошо, Серега. Кстати, Серега, я бой записываю. Так что, если что, можешь что-нибудь лишнего сказать. Да не надо ничего говорить. Ты сюда встань, этот как, вот здесь не дай им, куда будет перекат. Ну, я понял, что тебе в жопу не давали, я понял. Быстро, ну, вот сюда. Ты что, ты на турбине, что ли? Не, я на кофе. Блядь, ну, турбину надо ставить. Я снял. Просто сейчас приедут, будут, блядь, долбить меня в бок. Серега, а ты, не секрет, сантехником действительно работаешь или просто так назывался? Да, не шутите. Просто прикол был, да? Вон доеду, смотри. Сейчас, я почти вышел. Не играй приколы твои, совковы, блядь, это брат. Ебать, ты видал? Все, а у меня нету даже огнетушителя. Ебать его в рот, я поиграл. Орудие частично восстановлено. Все, я частично восстановлен, мне можно даже стрелять, сказали. Ну там бабаха, я уже боюсь туда лезть, блядь. Не, Серега, я лучше пойду с тобой, Серега, не хочу я тут сосать. Я лучше за твоей спиной буду, понял, ты там раз тебе дали, я вышел, огрызнулся. Да ничего не будет, тут вазон стоит, надо где конь. Во. Нормально. Ну нормально, кстати, я сразу начал играть с пол хп. Мой стиль игры. О, блядь, мне нравится, будет бой хороший, будет нас пиздить долго. Блядь, надо смотреть, когда они стреляют, и по тебе помогать. Не надо мне помогать, ничего хуя здесь. Тигр, блядь, вон, вазик. Не-не, я от тебя, я нормально, стал от тебя, короче, мы друг другу мешать даже не будем. Ух ты, сука, он меня пробил, а я его нет. Тебе надо перекатить на ту сторону. Туда, к тигру? К тигру перекатить? Да, туда надо. Ну подожди, конь КД. Что, вазик? Сука, блядь, я не пробиваю. Ты тигра хоть убьешь. Хорошо, хорошо, ладно, сейчас, давай. Когда не стрельнут, скажешь, я поеду. Сейчас, подожди, я приму, у меня вазик, я не могу бортом стать. Хорошо. Прямо, вон у меня... Вижу тебя далее. Все, вон вазик КД, сейчас коня приму. Все, я стал, можешь ехать. Ебать, он мне попал, вдвоем попали, прикинь, братан. Сука, 24 хп. Уже 23 поставили, мне больше 23 брать. Забирай тигра второго просто, блядь. Сейчас, просто сейчас, кого-нибудь сейчас, забирай. Сейчас. Я не могу 5 танков, один ебаш. Ебать, я не пробил, не попал. Пизда мне. Ух ты, мне повезло. Игра, такая игра, я вроде бы. Вазик. А куда объект смотрит? Куда объект? На тебя смотрит объект? Ну нормально, есть. Нет. А не, он откатывает. Я поехал вазика убивать. Я 257-го вижу. Мне запинговало жестко что-то. Я встану к нему сейчас мордой. Так, на катке. Сука, блядь. Меня запинговало. И я еще плюс сам олень. Забери его. Я уже все. Сотка. Я поехал. Блядь, Саня. Да, блядь, братан, ты выехал на по 3 ствола. Да потому что я ебал. Я уже почти печору не кидал. Да? Но я ну, я печенку. Да не, бой хороший был. Но, честно сказать, я не там стал. Кстати, я сам хочу 279-го себе.
Сучки, блядь, сосало приехали. Ты перестоял, пиздец, там. Вот у меня 5К. Братан, я 5К в последний раз в прошлом году накидывал. Сейчас 3800 у меня, вон она твоя. Вот это мне нравится. Так. А он даже не смотрит на тебя, братан. На бабаха там стоят, не смотрит. Вот теперь смотрит. Не, он такой, раз еще хоть. Все, бабаха КД, бабаха КД. Бабаха КД, он забрала чувака. Да там еще. А, это Исуха забрала. Сейчас бабаха тебе даст. Да. Но светилось все. Блядь, морок там не сбегает. Вон она. Красава. Мне это не так пишет. 6. А может сзади. Вон и сухо. Это вон гриль. У меня фугас там не там. Не, я сам чувствую по себе, что понял, реакция не та, все уже не то. То как бы у меня и так ее хорошей не было. И у меня еще понял, дома был интернет хороший, камп похуже. Здесь камп у меня мощный, а интернет у меня по Wi-Fi. И оно тоже бывает, вот, понял. Отмазаться можно, что интернет плохой. Дайте, сука, мне это говорили. Все, пизда, пидоры. Ну, в круг едь. Нахуй. 6300. Ты тоже красавчик, блядь, взял, стоит, нахуй, они, блядь, со всех сторон долбят меня, с четырех сторон, блядь. Так ты говоришь, все, проезжай. Я тогда поехал, да, они типа это, поехал, нет, двое. Тигра не пробивает, проехал, блядь. Ну да, тигра, ну убил. Он же 8-й был, я 10-ка. Давай еще боек. Три танка хуярятся. Слушай, так ты еще сейчас и захватчика возьмешь. Да похуй мне, нахуя мне. О, к нему едут бригада, к нему едут бригада. А он красава, он пожить хочет. Но не получилось. А там тоже, кстати, дед был у них в команде, ты видел? Три медальки взял. Стальная стена, поддержка, основной калибр. Ну, хоть не обманул. Да, это мой соклан.